Оксана Пушкина и Дмитрий Голубков – опытные участники акции по возрождению лесов Подмосковья. В этом году в деревне Хлюпино совместно посадили около 40 саженцев на двоих. Поколдуем, пошаманим. Вырастет большой, красивый куст дерева. Областная экологическая акция проходит в Подмосковье уже 6-й год. В районе деревни Хлюпино озеленили 8 гектаров земли. Несколько лет назад это поле буквально выел короед. Лес был серым и печальным. В итоге площадку очистили, а хвойным деревьям решили дать еще одну, теперь уже новую и долгую жизнь. Конечно, уйдет не один год, не 10 лет, пока деревья подрастут, но, как говорят китайцы, Путь в тысячи ли начинается с первого шага. Судьба молодых сосен теперь под контролем специалистов. Дважды в год они будут проверять лесопосадку и при необходимости досаживать новые деревья, чтобы на этом месте вырос красивый, а главное, здоровый лес. Я каждый раз подзаряжаюсь здесь и энергией, и позитивом, и хорошим настроением. Во-первых, это все происходит на свежем воздухе, прекрасная погода, общение с людьми. Ну и такая, можно сказать, миссия очень положительная, очень зажигательная для самого себя, такое чувство действительно выполненного долга. Это не единственная площадка. Мы на территории нашего округа подготовили 48 площадок. В общем, итогом где-то будет около 30 тысяч насаждений сегодня высажено. Мы уверены, что если человек с семьей, с детьми пришел, посадил свое дерево, в следующий раз он не кинет мусор в лесу, не срубит дерево, не садит невогнушный костер. Просто мы вовлекаем людей в наше общее дело. В едином порыве деревья сажали высокопоставленные лица и знаменитости, волонтеры и местные жители. Всего здесь собралось около 3000 человек. Свою лепту внес и всемирно известный путешественник Федор Конюхов. Сажать молодой лес в рамках такой масштабной акции для него особая миссия. Знаете, я даже достойно посадить одно дерево, это уже достойно. Человек не зря проживет жизнь. Мы очень много задолжали нашим подмосковным лесам. Нам нужно с этим разбираться. Нам нужно убрать все старые, больные, поврежденные деревья. Нам нужно сделать компенсационные посадки. Для этого нужны саженцы. Без этого никак. Слава богу, что люди это понимают. Озеленять планету стремится и подрастающее поколение. С каждым годом на акцию приходит все больше детей. Многие из них садят свое дерево впервые, но уже с сознанием дела. Ну, чтобы среда была чище на земле, больше деревьев. Хвойных деревьев на этом месте теперь действительно станет больше. Через 20 лет они вырастут в густой сосновый лес. Это наследие достанется новым поколениям. Главное, чтобы каждая сосенка прижилась. Будет чем похвастаться перед одноклассниками. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».